Я счастлива жить в эпоху, в которой люди открыты к новой культуре и музыке. Кто бы мог подумать, что на Коучелле тысячу людей запоют слова на корейском? Что? Размер концертного зала не важен. Важна правильная атмосфера, чтобы все были на одной волне. Это было моментом, когда я почувствовала себя довольной нашей работой. Все эти годы подготовки того стоили. Я почувствовала, что выбрала правильный путь. Этим я и хотела заниматься в жизни.